Красноярске на острове Татышев активисты движения «Зеленая дружина» при поддержке сибирской генерирующей компании «Красспорта» и компании «Зеленые кварталы» высадили 100 берез. К майскому экомарафону волонтерского движения присоединились и участники соревнований оперативного персонала теплоэлектростанции СГК. Команды Минусинской, Красноярской ТЭЦ-3, Назаровской, Томусинской и Беловской ГРЭС к работе с саженцами подошли, как и принято у энергетиков, ответственно. В рамках марафона уже высажены ели и сирени в Свердловском и Советском районах. Всего же до конца месяца в краевом центре появится 700 молодых деревьев и 8 тысяч цветов. Красноярск очень красивый город, и хочется, чтобы был еще красивее. Поэтому мы с удовольствием и радостью приняли участие в этом зеленом марафоне, садим деревья. Мы поддерживаем экологические акции, хотим, чтобы было красивее, чище. Но береза – символ России, поэтому, наверное, береза. Мы хотим поддержать общее направление, которое у нас в России, в Красноярском крае, по озеленению, потому чтобы больше становилось зеленых деревьев, а то наши новые новостройки – один асфальт. В прошлом году наш молодежный совет Назаровской ГРЭС посадил более 1000 деревьев Назарова.